Ребята, всем привет, вы на моем YouTube-канале. Сегодня с вами поговорим про Poison. Это видео посвящается для тех, кто боится заказывать. Вот, смотрите, у нас люди заказывают, мы это все отправляем. Короче, все покажем, а там уже смотрите сами, верите или нет. А где заказать, ссылочки у нас будут в описании. Все максимально просто. Всем приятного просмотра. Так, ну и начнем с первого заказа. Это у нас, как вы могли догадаться, Данки. Это у нас University Gold. Это бюджетная пара за свои деньги. До 12 там плюс-минус 1000 рублей они, наверное, и стоят. Вот. В принципе, неплохо. Бюджетная версия, кайф. Вот. Ценочку давайте поставим. И 7 из 10, цена хорошая. А по рарности, ну, пока. Второй заказ. Это у нас Jordan 1 Denim. Нашей клиентке они вышли до 20 тысяч рублей. Вот. В принципе, неплохая пара. Месяца 2-3 назад она стоила в разы дешевле. Вот. Короче, неплохая пара. Мне она нравится. Всем советую. 8 из 10 поставим. Но так как она поднялась в цене, явно не десятка. Мы в тот раз их заказывали около 13 тысяч рублей. Сейчас они около 20 вышли. Точная цена будет вот здесь вот. Очередные данки на этот раз из B. Это у нас eBay. Стоят они около 15 тысяч рублей. Короче, это достаточно неплохая пара. Многим она заходит, многим нет. Раньше стоила она намного дешевле, нежели чем сейчас. Вот. Необычно, оценочку заслуживает, ну, восьмерочку точно. Ну, потому что необычно. Сам такие, наверное, не носил. Еще заказ. Это у нас Осы. Кстати, обратите внимание, это мы говорим не только про нас. Вот смотрите, тут у нас коробка плюс-минус неплохая, а форсы пришли такие. Это вопрос уже не к нашей логистической компании, а к Poison'у. Но мы с вами этот момент выясним, что это такое. Это у нас форсы University Blue. Ценник напишем чуть ниже. Но это обычные форсы с добавлением голубого оттенка. Думаю, семерочку свою забирают. Так, следующий заказ. Также вот коробка здесь все классно. Здесь получше, чем в предыдущих форсах. Но сам факт. Так, White Pin Green. Кстати, вот эти форсы неплохие. Мы их, кстати, в наличии к себе заказали. Ценник будет у нас в телеграм-канале, именно в стоке. Это товар, который находится у нас в Москве. Короче, пара прикольная. 8 я бы ей поставил. Вот. Ценник. Напишу позже, сколько мне обошлось. И за сколько мы их перепродадим. Так, следующий заказ. У нас данки. Так, это у нас данки. 42 размера. Ценник напишу, который вышел здесь. Я бы ей поставил. Реально приятная пара. Ну, восьмерочку, наверное, заслуженно они получают. Плюс они не самые бюджетные. Короче, прикольная пара. Я бы поставил лайк. Так, это у нас данки. Платины. Короче, это одни из самых бюджетных данков. Я, насколько сейчас помню, они стоят там до 500 юаней. В Москве в сникерхеде магазине они продаются 17 тысяч рублей. Мы такие привозим до 12 тысяч рублей. Вот как-то так. Оценка 7 из 10, дефолт. Очередные данки. Блин, не помню, как они называются. Короче, что-то там Blue. Они стоят 1200 юаней. Вот, с нашими там доставками комиссии мы здесь напишем. Вот. Расцветка, кстати, прикольная, чем-то похож на ЧП данки, но поинтереснее как будто выглядит, короче, чем они ЧБшки. Добавили немножко красного на пятках и так далее. Короче, ей оценочка 8 из 10 заслуженно получает. Распаковывать мы ее не будем. Это маечка Supreme. Она вышла нашему клиенту около 10 тысяч рублей. Вот. Не знаю, на Poison'е вроде Supreme не самый дешевый. Так, это у нас кофта Найковская, Teach Please. Короче, оценочку я ей поставлю 8 из 10. А ценник сейчас на нее немножко вырос. А, или упал наоборот. Короче, не помню, до 7 тысяч рублей она вышла. В принципе, неплохо. Прикольная кофта, но с ней уже будет сколько жарко. Это у меня единичка.
это Джордан Ван Лоу такси. Тоже бюджетный вариант нашему клиенту. Они вышли тут 12 тысяч, точный ценник будет здесь написан. Оценочка 7 из 10, не нравится мне единички лоу, полюбить. Ну, не мое это. Ставим эту коробочку напоследок, потому что это очень сильная пара. Так, это у нас единички, они у нас уже были. У нас попал один профессиональный футболист. Он ее опять, кстати, факели. Короче, эта пара, в принципе, прикольная. Мне она достаточно заходит. Тут-то в ней есть, короче. Короче, я не помню, сколько они вышли. Тут ценник будет написан. Моя оценка 9 из 10. Очень нравятся единички. Высокие. Это важно. Данки, Black White, Panda, Чибы Данки. Их многие, как бы сказать, помягче не любят. Но на самом-то деле это вот просто вариант для тех, кто вот просто не знает, что купить. Их покупает, просто они со всеми сочетаются. Моя оценка и 7 из 10. Потому что их слишком много у всех на ногах, но я бы себе их купил бы чисто, когда не знаю, что надеть. Поэтому, в принципе, я советую пару. Нашим клиентам не обошлись вот, вот столько вот. Она тяжелая. Самая, что ни на весь, офигенная пара, которую мы покупали с Пойзена. Лучше я не видел, это... Джордан 6, Трэвис Скотт. Это очень серьезная пара. Кстати, вот кто не знал, мы занимаемся как оригиналом, так и фейком. Мы выкупаем с Пойзена, выкупаем с наших фабрик. Вот смотрите, это оригинальная пара. Оригинальная пара. Она вышла нашему клиенту до 30 тысяч рублей, если я не ошибусь. Вот, тут точно ценник будет написан. Сейчас через пару секунд вы увидите здесь фейк. Вот смотрите, фейк. Мне это просто... Хотя, отличие я нашел. Блять, ну... Нет. Оригинала пятка прошита чуть жирнее, может, в силу размера. А так вот я смотрю... Короче, забавно. Так, ладно, фейк нафиг. Вот это оригинал. Мне она очень сильно заходит. У самого такая есть пара. У меня такая пара есть и как фейковая, так и оригинальная. Скажется, зачем тебе пара, когда плохая погода, я ношу фейка, да, хорошая погода, я могу накинуть оригинал. Ну а так, на самом деле, было бы жалко заплатить теперь за оригинал. Вот, как-то так. Если вам понравился данный ролик, то обязательно палец вверх, надо подписаться, поставить колокольчик. Если будет здесь много лайков, много просмотров, давайте хотя бы 10 тысяч просмотров, я какую-нибудь пару среди... подписчиков в Телеграме разыграю. Кстати, у нас недавно был розыгрыш. Вот, если хотите еще, ставьте палец вверх, пишите в комментариях, хочу розыгрыш. Вот так вот пишите. Вот, все, всем пока.